Московская культурная жизнь бьет ключом и постоянно развивается. И если ты до сих пор думаешь, что выставки, музеи и библиотеки – это скучно, тебе обязательно нужно поучаствовать в мероприятиях в рамках Московского культурного форума, и тогда твоя жизнь никогда не будет прежней. В преддверии Дня работника культуры в столице в Манеже с аншлагом прошел Московский культурный форум. Уже в третий раз он стал профессиональной площадкой для общения и встреч представителей культурных учреждений, деятелей искусства и горожан. Здесь мы представляем около 500 учреждений культуры самых разных. Музеи, театры, выставочные залы, концертные площадки, коллективы. И мы по нашей программе, нашего культурного форума, предполагаем проведение около 800 мероприятий самого разного характера. Мы поговорили с одним из главных организаторов и идейным вдохновителем Московского культурного форума, заместителем руководителя Департамента культуры Москвы Владимиром Филипповым. Для нас важно, что мы даем возможность москвичам и гостям нашего города здесь совершенно в свободном режиме в течение 3 дней. Увидеть, какие есть творческие возможности для интересного досуга в Москве. Я каждый день мониторю события города и удивляюсь, насколько же разнообразен выбор вечерней культурной программы. Премьера спектакля, новая выставка, инструментальный концерт. Все на любой вкус. Ведущими церемонии открытия 3-го Московского культурного форума стали Вячеслав Манучаров и Алина Артс. Московский культурный форум благодаря властям и благодаря департаменту города Москвы, департаменту культуры, 3-й год уже проходит. И, конечно, от года в год идет настолько масштабное увеличение интереса. За какой-то короткий промежуток времени можно увидеть настолько многое. Программа развития культуры Москвы является одной из крупнейших в мире. В столице создают сотни парков, реставрируются памятники, улицы, площади и общественное пространство, а также открываются новые площадки и музей. Вы знаете, 4-й год уже я работаю в этом музее. 4-й год мы представляем космос здесь, в Манеже. И только сегодня я окончательно осознала, почему мне так нравится это место. Потому что вот на этих нескольких там сотнях квадратных метров здесь собираются такие интересные люди. Каждый из них горит тем, чем он занимается. Каждого из них интересно слушать. С уверенностью можно сказать, что форум пользуется большой популярностью среди горожан. В прошлом году его посетили 62 тысячи человек. А в этом году Манеж принял 24,5 тысячи гостей в день. Московская культура и усилия людей, которые в ней работают, позволяют Москве иметь статус одного из ведущих культурных мегаполисов мира, трендсеттера. Мы будем прикладывать усилия к тому, чтобы в течение ближайших 5 лет Москва стала таким же популярным городом на экранах мировых кинотеатров, как Нью-Йорк, Париж, Лондон. Имидж Москвы как мирового города, как города, который не только идет в ногу со временем, а задает новые тенденции, тренды и направления. Мы уверены, что и в этом году Московский культурный форум побьет рекорды посещаемости. Ведь такое событие грех пропустить. А с вами была Нора. Увидимся на Европа Плюс ТВ.